По словам Ильи Терешко, увлечение головоломками затягивает в буквальном смысле этого слова. Испытано на себе, говорит он. Знакомство с кубиком, впоследствии переросшее в серьезное увлечение, произошло на первом курсе вуза. Поначалу было тяжело, но, как показывает практика, время и упорство делают свое дело. Так, понемногу, шаг за шагом, Илья стал настоящим мастером. Постоянное совершенствование и участие в соревнованиях дали хороший толчок для движения вперед и помогли стать единственным в Беларуси официальным представителем Международной ассоциации кубика Рубика. Делегация Мирной ассоциации – это человек, благодаря которому чемпионаты, проводимые где-либо, становятся официальными под эгидой этой самой Всемирной ассоциации. Он следит за соблюдением правил на чемпионате, за честностью, чтобы никто не жульничал, не подсматривал и так далее. Не пользовался мобильными телефонами, когда это возможно и так далее. Уже два раза турниры по скоростной сборке кубика Рубика проходили в Бресте. Соревнования с первого дня существования приобрели статус международных. Представители Украины, России и Беларуси быстро откликнулись на предложение поучаствовать. Тактика проведения состязаний идентична с международной. Схемы сборки и разборки строго продуманы и описаны организаторами. И пусть белорусская команда не завоевала большого количества наград, турнир подарил участникам хороший опыт и идеи для работы над собой. Два года я посещал другие соревнования, и уже в 2014, в апреле месяце, нам удалось провести первый брестский чемпионат, Adidas Brest 2014, и на него приехало 53 участника из трех стран – Беларусь, Россия, Украина. Приехало много опытных ребят из Москвы, которые повозили большинство наград, но тем не менее, они показали нашим ребятам, белорусским и непосредственно брестским, как надо правильно и быстро собирать, чтобы также забирать все награды. И уже в октябре месяце мы смогли провести второй чемпионат, Октябрь Брест 2014, на который приехало чуть меньше ребят, порядка 35. Но опять-таки были ребята из Беларуси, России и Украины. То есть статус международности Брест поддерживает. Постичь искусство сборки кубика Рубика несложно, уверен Илья Терешко. Достаточно посидеть некоторое время над схемами в книгах и интернете или поработать под чутким руководством опытного наставника. Но самое главное – постоянно тренироваться. Тогда любые скорости сборки будут по плечу. Кубик собран. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания «Буг-ТВ».